Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это трансформеры, закаленные в бою. Мы продолжаем, ну что, давайте наконец-то пройдем вторую часть особых миссий под названием «Размер имеет значение». Глянем на ее сюжетную составляющую. Я уже прошел здесь, так сказать, на легком и среднем уровне сложности, и оставил самое интересное, так сказать, на раздел «Сложно». Ну, естественно, все эти диалоги я пропускал, чтобы, так сказать, сохранить интригу, поэтому я даже не знаю, что там у нас будет в диалогах. Ясно только, кто у нас боссы будут, поэтому давайте глянем. Осталось, кстати, вот здесь вот добить, по сути, последний заход, по-моему, и все у нас там будет. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Плюс я, кстати, получил саундвейва. Несмотря на то, что игра почему-то не засчитывала мне несколько раз дни входа, это вообще, друзья, просто полный беспредел. Потому что я не знаю, каким это образом могло получиться, но я со стопроцентной гарантией уверяю, что я заходил каждый день, чтобы мне вот это засчитывало. Но тем не менее, я прямо вот успел, знаете ли, в последние вот эти вот минуты, там, если так можно выразиться, и все-таки успел получить саундвейва трехзвездочного, который тоже есть в отряде. Ну, саундвейву, Мегатрону, да и вообще всем таким особым именитым ботам мы посвятим отдельную серию, где будем на арене рассматривать их выдающиеся какие-нибудь там боевые навыки. А сейчас история. Так, Аренхайт четырехзвездочный. Кого бы мне еще подтянуть-то? Так, саундвейв. Ну, саундвейв, ладно. Мне вот надо четырехзвездочного этого прокачать. Куда он делся? А, он на базе стоит у нас. Мираж. А, ладно. А все равно, смысл-то? У него ни дубля, ничего нету. Поэтому будем пока трехзвездочным воевать. Так, что у нас здесь? Ага. Рэтчет, доложи ситуацию, что произошло в штабе. Большая куча гримлока, вот что произошло. Громила просто впал в бешенство. Ситуация под контролем, тебе удалось усмирить его? Хм, в том-то и проблема. Прежде чем его удалось остановить, он сбежал с Ультрамагнусом и Риноксом. И это еще не все. Не все? Мне не нравится твой тон. Ясное дело, прежде чем сбежать, Гримлок ворвался в мою лабораторию. Похоже, он скачал лингвистическую программу и стащил устройство для контроля сознания, над которым я экспериментировал гипночип. Боюсь, это все моя вина. Я заявил Гримлоку, что он не подходит для нашей миссии. Он говорил что-то о плане. Похоже, он пытается гнуть свою линию. Опасную линию. Если вы вернете наших бравых воинов в штаб, я сумею обратить эффект гипночипа. Но это большие боты, а значит большие проблемы. Удачи, командир. Ага. Спасибо за удачу. Но с таким отрядом мне она, в принципе, не нужна. Я-то и сложно, кстати, тоже на 100%, когда пройду сложно, мне там осколки засчитаются, осколки на 4 звезды. И у меня будет, по сути, еще один кристалл с гарантированным 4-звездочным. Итого будет 3 4-звездочных всего. В принципе, если все делать грамотно и сочетать с навыками ведения боя, можно даже будет попробовать при максимальной прокачке, разумеется, как-нибудь и в «Легенды Кибертрона». Попасть и навалять там всем. Ну давайте, Мотормастер против Бамблби. Скорость против неудержимости. Мотормастер хорош. Что есть, то есть. Так. Угу. В бой! Тихо-т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 ихо
Опа-на! От мотомастера всегда надо уворачиваться уклоном в бок. У него как раз эта пассивочка исчезает, и он становится уязвимым к нашему нападению. Но порой это не всегда получается. Надо поработать над навыками ведения боя.
На легенде Кибертрона такого не проканает. Определенно. Ага, Рэтчет и Бамблби. Ладненько. И естественно, если там мы столкнемся с противником, допустим, Бонкрашером, там придется использовать нам отличного бойца дальнего боя, что, скорее всего, будет, наверное, Мираж. Из всех четырех звездочных, Мираж, так сказать, у него классная способность в том плане, что он, когда стреляет, энергию может выкачивать. А там надо всеми силами стараться избегать попадания вражеских сил, вражеских атак по нашему персонажу. Блок там ставить не вариант, пробьет и блок, и все что угодно. Только уворачиваться и сжигать энергию. Понимаете, тут вот, что интересно, вот ни в коем случае нельзя доводить до атаки в три деления, она никак не блокируется. И в этом плане у нас хорош только Мираж. Только он. Похоже, он у нас будет просто на вес золота, как в свое время в битве против Мегатрона на пару с Рэтчетом. Ах ты, зараза. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ну-ка. Да блин, блок. О, атака господи. Мотодрючили этого. Ну ладно. Все. Что-то я как-то расслабился. Опа-на, засады. Шарктикон Крушитель, но на тебя у нас есть Мираж. С ума сойти, если в легенде Кибертрона там будет Айронхайд, там любая его атака, да там вообще любая атака любого, только уворачиваться. Никакие блоки там не проканают, это сто пудов. Куча аптечек, усилителей, много чего потребуется. И недюжинные навыки ведения боя. Вот он, сжигатель силы, да? Вот она, тема классная. Вот это да, вот это вот я понимаю. О, вот это вот мне как раз надо. Так. Ультрамагнус, мне нужно с тобой кое-что обсудить. Не хочу показаться грубым, дружище, но твой синтаксис, кажется, продвинулся. Скажу лишь, что я Гримлок, занимался кое-каким изучением, и мои поиски обнаружили, что Оптимус Прайм и этот крошечный землянин, которого они зовут командиром, разрабатывают подлый план. Не знаю насчет командира, но подлость, кажется, вовсе не в духе Прайма. План разрабатывает командир. Оптимус и остальные лишь слушаются вследствие эффекта матрицы лидерства, которой владеет командир. И что за план? Командир говорит, что размер и сила – это устаревшая военная стратегия. Акцент делается на скорости и ловкости. Наши дни, как автоботов, сочтены. Мы должны сражаться с этой глупостью. Очень скоро у тебя появится возможность сразиться с этой глупостью. Ух ты, ё-моё. Ну и вправду у него прям продвинулся, так сказать, у Гримлока, да? А был такой случай, он же потом как раз весь свой интеллект в G1. Он весь свой интеллект потом модал и получился этот, как же его называют-то, господи, автобот. Который мастер вообще прямо все просчитывает, сверхумный, сверхточный, прямо вот... Не теле... Ай, блин, а? Продвинутый такой прям бот, он снова стал глупым тогда, Гримлок. Отдал весь свой интеллект вот этому вот новому боту. И тот вообще прямо все просчитать и предсказать по всем фактам. Ну, просто мозг, одним словом. Так. Да чтоб тебя. Ну, стреляй. Стреляй. Ага.
Ты будешь стрелять? Ага, ну ладно, ну и шут с тобой. Я-то думал, он выстрелит и суператаку проведет. Ну и хрен с ним. Угу. Ты. Ну, естественно, Бамблби. Бамблби и Айронхайд у нас сейчас самые прокачаны. Причем Бамблби прокачан до максимума. Хоть и 3 звезды. О, давай, 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 давай. Так. Все. Опа, ой, блин, а. Вот если неправильно просчитать у ворот в сторону, это чревато тем, что противник все равно выигрывает шанс первого удара. Так. Все. Готов. Ну, на финального босса у нас есть Айронхайд. И это здорово. Но сначала разберемся с Шарктиконом техником. Бедолага, на что же он рассчитывает? Плюс еще я эти максимум имею 10 из 10 батареек для восстановления энергии. Плюс еще какую-то батарейку получил. Восстанавливать энергию для миссии Альянса. Какая-то желтая. Блин, рука такая на заднем плане. Причем, смотрите, палец слез, да? Фаланга там одна отвалилась. Ну и, судя по скрипам, слышно, что эти ребята никогда не вернутся в строй. Хотя, кто знает. Финальный босс. Поглядите, кто приближается. Оптимус Прайм и его крошечный повелитель командира. Я не знаю, какой безумный вирус поселил ваши схемы, Гримлок, но мы пришли помочь. А, помочь, значит. Так ты называешь мою вынужденную отставку? Я не знаю, что ты подразумеваешь под вынужденной отставкой. Мы просто хотим вернуть вас в штаб, чтобы Рэтчет смог обратить эффект гипночипа. Вернуться с тобой? Чтобы Рэтчет погрузил меня в вечный анабиоз, в то время как командир производит перестройку наших сил, выдвигая слабых и незначительных? Никогда! Я не позволю тебе и ничтожному командиру уничтожить автоботов! Зря, Ультрамагнус. Зря. Так, дальняя атака. Кстати, вот это вот вообще классная тема с дальней атакой. У меня как-то был случай, что эта дальняя атака, отражение, да, вот эта вот способность, отразила мою супер-атаку в два деления, которая там состоит из дальних атак тоже. Вот это вообще был номер, я вам скажу. И сейчас, знаете ли вы, как бы так ни получилось, что при выполнении супер-атака Айронхайда все снаряды обратно полетят. Так. Придется в ближке тебя валить. Так. Ох ты, ё! Я сам... Смотрите, а. Давай. О-о-о! Слушайте, по-моему, повезло, что я сейчас от своего выстрела слег. О, она такая прошла атака, прошла. Так, атаку, короче, в два деления я делать не собираюсь. Давай. О, нормально. О, хорошо. Ну, Айронхайд, атаки у тебя, надо признать, просто чертовски мощные. Особенно атака в два деления, это что-то с чем-то. Норм. Угу. Все, да? Так, что мы получили? Энергончик получили. Нормально. Просто замечательно. Так, вот награду. Так, я вот эти вот награды получил. Тоже артефакт Мегатрона. Осталось только собрать третий. И можно будет в миссиях Альянса участвовать. С усиленной командой, так сказать.
А потом можно будет приняться и вот за это дело. Но тут, друзья, ё-моё, тут нам придется, ой, как туговато. Просто с ума сойти. Так что вот так вот. Ну ладно, друзья. Давайте, думаю, здесь мы закончим. И продолжим уже проходить сюжетную часть данных спецмиссий в следующей серии. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам, крепкого здоровья, приятного настроения. Всем пока!